ГМС Ростокина. Участковый уполномоченный по району Ростокина. Здравствуйте, Росздор. Документы, пожалуйста. Кто здесь проживает? Сейчас. Сколько у вас здесь человек на данный момент? Пять человек? Дайте все документы, подготовьте ваши. Давайте все пусть сюда проходят. Зови всех. Так, проходите сюда. О, здесь, да. Собираемся. Документы ваши заняты. Как давно вы здесь проживаете? Ну, с марта месяца. С марта месяца. Так, регистрацию вы оформили? Да. Регистрацию оформили. Регистрацию у вас по какому адресу? Улица Кулакова. Так. А здесь что вы делаете? Проживаете, правильно, да? Проживаете. Так, следующий, кто у меня? Так. Асраров Шухраджон. Кто у меня? Вы. У вас регистрация, улица? Регистрацию достань. Вы не помните, да? Могу вам напомнить. Улица Волхов, дом 8. Так, тоже проживаете здесь, да? Все понятно. А почему вы здесь проживаете, господа? Ну, так получилось. Звездный бульвар. Так у вас получилось. Ну, вот Звездный бульвар у нас самый приближенный, в общем-то, да? Но тем не менее. Паспорт. То же самое. Это у нас Звездный бульвар, дом 26, корпус 1. Научный проезд. Угу. А по данному адресу, кто квартиросъемщик? Кто вам квартиру сдал? Юрий Борисович. А? Юрий Борисович. Это квартиросъемщик, да? То есть вы платите ему деньги? А как? Каким образом? Ну, у нас договор есть. Договор? Покажите договор. Договор Юрий Борисович. Ну, он же должен быть у вас. Ну, у меня нету. У него. Понятно. А как вы ему деньги перечисляете или как? Да, по карту. А где он сам? Сейчас за границей. То есть, а как вы с ним связываетесь? Телефон? Ну, по WhatsApp. Ну, то есть, понятно. И сколько вы им платите, если не секрет? Где-то 35-40. Со всех? Нет, все. Каждый? Собираем. Нет. То есть, каждый скидывается, да? Нет. По сколько получается одного человека у вас? Знаете, 40, если пятеро. Где-то 6. По 6 тысяч, да? Так, здесь сколько комнат? Здесь комната, двухкомнатная. Это ваши матрасы, да, я так понимаю? Здесь вы их раскладываете, да? Да. И как вы, каким образом? Можете продемонстрировать? Покажите, пожалуйста. Один хватит. Да. Угу. Так положим, там подушки. Простыни не пододенем. Все понятно. Одеяло. Соседи-то не жалуются? Угу. В последнее время там они жалуются. Алло, подошли сюда, ГНР, на Малахитову 12-2. Где вы работаете? А. Магазин. Всем? Я. А, ваше здание, не знаю. Вы где работаете? В пекаре. В пекарне? Служба. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, соседи ваши мешают вам? Ну, два раза клопов травили за последний месяц. Нет, ну как бы вы же знаете, что там иностранные граждане проживают? Ну, трудно сказать, иностранные или не иностранные. А хозяина знаете? Здесь бабушка жила, она умерла. Скажите, вам иностранные граждане не мешают здесь проживать? Лично мне нет. Нет, да? Все, тогда спасибо. На здоровье. Девушку на колени сажают. Что-то будет.
Сегодня по улице Малахитовой, дом 12, была выявлена квартира, в которой проживали иностранные граждане, незаконно. Данные иностранные граждане доставлены в отдел полиции для проверки по базам данных и проведения дактилоскопической регистрации. Мы хотим предупредить граждан об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию.